быть. Если они даже остановятся, ты их останови, говори им стоп, или ну, сейчас с Викой надо поговорить, разворачивай их, садись и опять вперед. Вика пойдет впереди нас. Как раз это хорошо. То есть нам здесь потом, если что, что кричать, махать, что делать? Можно кричать все, кроме имени. Имя нельзя. Вот молодец. Вот тебе, Варечка, это? Вот я не так, я все делаю. Дура! Дура! Давай сразу, потому что такое. 35. Я больше лучше лично. Да. Главное, что иди сюда. Саша, он пару идет. А сначала что, кто? Сначала четвертый, потом тройки. А потом? Потом сироп. Значит так, мы на этом сам на повороте пошли.
Куда, блин? Да ёлки-палки. Вон овчарка сбила. Ну ёлки-палки. Все нормально. Так, где, ребята, все к берегу, пожалуйста. Фотографировать, встань вот сюда. Правую сторону. Здесь находятся только фотокорреспонденты. Все! Только фотокорреспонденты. Будьте добры. Вот дама стоит, а вы, пожалуйста, созерцайте. А вы ее с другой стороны. Откуда снимаете? Нельзя. Нельзя. Ушли отсюда все!
они забегут и остановятся. Это такой вид спорта. Не подумайте, что вы сейчас. Ну, нет, эти не порвут. Порвут, как нет. Нельзя находиться здесь, все к берегу. То есть объявлено вам был один результат, другие мы вам пока не скажем. Только увидите на доске информацию. Вся интрига развернется дальше. Сейчас они закончились. Хорошо, еще что сегодня, не 20. Вот Егор один молодец. Что, есть валенка? Рыболовный. Они отдельно где-то. Скоро не ездят. С другой стороны стали.
Ну, нормальный там что-то. Дальше мы сделаем дело. Мы не знаем пока, как. А как ты развернешься? Там человек стоит. Там человек стоит, помогает. Разворачивает, да? Помогает, да. Просто время, чтобы не терять. Сейчас нагружаемся. О, сейчас собак, детей возит. Собак. Бегом сам бежи, чтоб легче собакам было. Бросай, бежи сам. Тормози, давай, тормози. Он боится, когда на него так кричат. Ну, не сомневайся. Все. Последний, да, вот этот? Я откуда знаю. Ну, вроде нет. О! Парни, там собаки на трассе, не лезь сюда. Не лезь сюда на глаз, собаки на трассе. Отойди. Или вон, ребята, он потом не знает.
Ногу. Так, о чем мы сейчас, Саша? Резко вообще не понимает ничего. Так, вы идете за ними. Вас запускают. Рома. Нет. Рома. Одного узника поснимаем. Зрители, уйдите, пожалуйста, правее. Уйдите с трассы.
Зрители, пожалуйста, девушкам в хаки или в песочном костюме. Все ушли, пожалуйста, с трассы. Видите, собачки отвлекаются. Ушли, пожалуйста. Thank you.
Товарищ, мы ушли с Минишного спора. Под номером снимаю, а толку чё? Красивые какие! Сейчас расчухаются. Смотри, Ира. Максим, вон что ты, смотри, то же самое все. Вон. И что? Ничего, все они так уходят. Они молодые, они же первый раз побежали. Она хорошо тренировка. То же самое все, Максим, то же самое, смотри. Вон, все. И что? Таскают, вон. Сильные. В ту же сторону. Ну. Она вообще в лес поехала. А они куда идут? Вон, смотри. В лес. Ничего. Еще раз. Тоже встали, да? А? Тоже то же самое. То же самое, вон они катаются. Вообще не один такой. Что они туда ломятся? Первый год, потому что. Ну, штабратная очень хорошая.
Вон, еле-еле, вон, вам... Вот смотри, убежали. Пойдете туда отдыхать, нет? Да, туда идем. Повод. А? Что такое? Кашу перенес? Какой каша? Идите с папой, идите с папой. Не слушает. Идите с папой туда. Домой пошли, все. Никуда мы не пойдем. Сейчас какое последнее место? Мы третье место должны дождаться. Нет, я думал, мы второе. Третье. А, Вика с кем не сердце? Не знаю. А ты потому что не был этот снегоход. А ты добежал до того? Хоп! Вперед! Вперед!
Марина приходила с Юрием полтора километра, она собака. На меня сам приглашается. Зашенко, Владимир, значит, не Спасибо.